В Твери выбрали лучшую замещающую семью. В ДК «Пролетарка» впервые прошел финальный этап фестиваля семейного творчества опекунских семей Верхневолжья. Все мы жители земли. Подробнее в нашем сюжете. Для прохождения финал конкурса семьям необходимо было набрать максимальное количество баллов в нескольких номинациях. Так, в творческом конкурсе «Семья. Основа державы» участники должны были рассказать об истории возникновения семьи, увлечениях и традициях, а также сделать выпуск стен газеты «Наша дружная семья». Участниками финального этапа стали 6 лучших творческих команд из разных районов Тверской области. Все конкурсанты проявили свои способности и показали таланты. Подобный фестиваль помогает семьям ближе узнать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг навстречу взаимопониманию. К сожалению, темпы нашей жизни возрастают с каждым днем. И мы утрачиваем что-то очень важное, какую-то душевную щедрость, открытость. Мы становимся суетливы, мы стараемся все везде успеть. А может быть, самое главное – успеть создать счастливую семью. Одним из организаторов фестиваля выступил Совет Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей». Сейчас в зоне его ответственности 517 замещающих и опекунских семей Тверской области. В течение 10 последних лет основной целью региональной общественной организации является поддержка семей, принявших на воспитание детей. В настоящее время на территории Тверского региона действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 миллиарда рублей. За последние годы, конечно же, у нас действительно произошел рост увеличения количества замещающихся. Я считаю, что это очень замечательно, потому что, наверное, самое главное – это семья, когда человек делает первый шаг в большую жизнь. Следующий этап фестиваля пройдет для победителей семьи Кузьменко из Ржевского района в ноябре на Всероссийском конкурсе художественного творчества в Москве.